Всем привет! Возвращаемся в длинную темноту за Лондак. В прошлый раз мы закончили примерно здесь. За окном метель. Я хотел выкинуть на пол остатки. И решил, что мне нечего выкидывать даже. Буду таскать все, чтобы что-нибудь не забыть. Я решил лечь спать, пока путь закончится вьюга. Вьюга настолько сильная, что не смог найти дом, который стоит напротив. Поэтому я ем. Интересно, да, сохранение, а я топор не точил. Еще есть дневное время. Положу спальник. Положу. Тушу фонарь. И буду точить топор. О, гвоздодер-то у меня. Одно название. Я не знаю, с какой скоростью он тратится, но данные очень нехорошие. Так, и вот я еще хотел посмотреть пилку по металлу. Ее можно отремонтировать. Ремонтирую, попрактикуюсь пока в этом, потому что пилка вообще одна за всю игру пока встретилась. И я ей пилю мерзлое мясо. Очень быстро, в течение 5 минут отпилил оленю остатки мяса. Это очень хорошо. Так, точим. 5 раз поточить, это часть времени. Добавим к остроте, потому что топор тоже вещь хорошая. Я думаю, что степень заточки должна влиять на скорость рубки и сбора мяса. Тем более потихоньку навык растет. Уже ночь начала. Сейчас посмотрю, что у меня там. Голодом, ладно, еще 12 минут. Вот появился значок усталости, все хорошо, 83%. Так, сухость во рту, жуткий голод. Помещение про... Пригодится для изготовления починки после просушивания в помещении в течение 5 дней. Бросаем прямо на пол. Не забудь, только их тут. Свежая оленья шкура. Я еще шкуру таскаю. То же самое. А это что? А, повязка из мха. Не знаю, что с олениной, то есть можешь ее вынести на улицу, бросить снег, или она и так переночует. Короче, запомним, 50 и 29 утром, блин. Так, съедаем самое... отвратительное. По просрочке. Легкий голод. Пить уже хочу. Тут сардины я бы, наверное, съел. 300 калорий, а у меня сейчас 1400. А здоровье нормальное. А на калории съем утром.
половины не хватит. Не хочу поспать часов 9. Завтра уже буду есть оленину. И рыба у меня, и оленина. Завтра будет день подготовки. Ну, вот так уже можно ложиться спать. Заодно и... А, блин, у меня уже инструмент подходит к концу. Тот хороший я оставил на маяке. Ладно, 35 по 5%. Оно снимает еще на 6 секунд. Наетый, напитый, накормленный. Так, осталось 12 часов ночного времени. Да нет. Сначала лампу. Правило номер один. Чтобы не случилось, носи с собой спальник. Я хочу найти дом с печкой, чтобы прям вон он. Топ. Игла. Здесь тоже газовый бойлер стоит, то есть тоже печки нет. Так, а там что? Пристройка какая-то? Отдельный вход или это просто? Два входа в один дом. Да, это сквозной дом. О, набор для шитья. Куча еды. Во, камин. Данила, я остаюсь. Навыки разжигания у меня не очень, но хороший момент потренироваться. Так, у меня что-то теряет здоровье. Сейчас посмотрю. Странно, я ложился спать, было 4 с чем-то килограмм воды. Жажды нет, голода нет. Так, есть предложение. Сейчас я вот здесь пока брошу все шкуры, чтобы не таскать с собой. Я выйду сейчас, соберу дрова, которые вокруг.
септика у меня много. Ну это много, это до первой схватки, там два волка ходят. Да, испортилось мясо за день. И на 10% испортилось мясо за день. Не особо видно что-то. Ветками, конечно, топить не рационально. На еловые дрова очень жалко, там их столько наложено. Рыбу. Самое плохое состояние у меня. Оленина тоже плохое. Тоже все сейчас. Пережарим. Шиповник можно сделать. А интересно, я его сразу выпью или буду с собой носить? Ну, не попробуем, не приготовим, не узнаем. Чай с шиповника приготовлен. Травяной чай. Прочитать, чтобы какой для чего. Так, свинина с фасолью. Воды сколько у нас? 4 литра. Так, осталось 28 минут. И жуткий голод. Вот, да, видимо, на вот это количество влияет. Когда готовишься, свежая она была бы полностью на 100%. Сейчас мы поели. Но не взяли всех полностью калорий, которые могли бы взять, если бы готовили свежие. Ну и что, самая тяжелая оленина, ее и будем все есть. Так, а сколько времени еще? 9 часов у него времени. Топоры 85 и 81.
и выбросить-то нечего. То есть по мелочи есть, конечно, что бросить, но так, чтобы кардинально 5 килограмм. Нет. Так, обычные перчатки. Десятые градуса ничего нам особо роли не играют. Так. Перекись водорода. Блин, это ж настолько нужные вещи все. Так, камин потух. Ну, пока и не нужен. Я еще дом, кстати, не осматривал. Крекер берем, он питательный. Спички оставлю на всякий пожарный случай. Мне они не особо нужны. Потому что у меня огниво есть. Мало ли как в каком состоянии. Сюда кто-нибудь еще принет. Хотя, чем это кто сюда принет? Так, еда, перчатки. Домов, по-моему, 2 всего. What have we here? Так. Поэкономлю чуть-чуть топлива. Ну, в потемках можно пропустить, да, вот примерно стоит сонного. А мне нужен нож. Можно грязный. Разломать можно, металлом не получить. I could use this. Крольчатина. Сейчас уже все осмотрю, чтобы потом не вспоминать. Радужная панель приготовленная. Интересно, в каком она состоянии. Так, занавески можем на ткани. А собаки не будет. Хоть-то бумажные кальсоны. Хорошие тут лежат. Хотя нет, я их вытащу. И сброшу где-нибудь на видном месте. Еще на прорезиновую обувь. Был бы здесь кооператив, если было с кем проходить, это было бы вообще праздник. Два влатанных. Выживальщика — это уже сила. Тонкий шерстяной свитер. Все, возьму, все вывалю на пол. И еще одни ботинки.
Ну, эти обычно пусть души стоят. Все, эти тряпки пускай будут, они могут пригодиться в другой раз. Здесь все смотрел, ножа тоже нет. Бумажные кальсоны хорошие. Носки тоже приличные. Так, чашка травяного чая 100 калорий. Чашка кофе калорий 100. И чашка шиповника издавна используется как противовоспалительное средство. Чай из него является природным эффективным болеутоляющим. Замечательно. Так, трута у нас навалом. Есть обезболивающих. У нас много, но я говорю, это просто потому, что у нас еще не было стычек. И обязательно понадобится. Крыльчатина надо готовить. И все, я даже не знаю, что выбросить. А у меня 40 килограмм на борту. Таблетки для очистки воды. Пусть валяются. Для промывания ран. Блин, ну здесь надо маленькие такие вот запасы делать в каждом месте. А не все в одно выбрасывать. Это у меня еще сухие шкуры валяются. Резиновая обувь. Тоже, кстати, в прекрасном состоянии. Набор для шитья брошу один здесь, чтобы был дежурный. Спичек тут навалом и так. Готовлю кролика. Сейчас же его, наверное, съем. Я самое главное не знаю, что впереди у меня. То есть, куда я иду по этому прибрежному шоссе, чтобы перегруз
Не знаю, что выкинуть. Полено из химиката спрессованных стружек даст много тепла. 2 килограмма слежит. Шипун. 2 часа. Киловая дровина горит. По идее 6 дровин ночью. Свинина с фасолью. Шесть процентов, в принципе, нормально. Не обязательно готовить. Радужная форель готова и весит килограмм. При этом по калориям не так, чтобы фонтан. Так, полкилограмма оленина тоже. 400 грамм всего. 400 калорий кролик. Килограмм 450 калорий. Я уже устал. Устал есть, наверное. Так, 34 килограмма. Оставляю здесь еще один антисептик. Надеюсь, его надолго хватает. Одежда у меня вся на мне. Еды не так, чтобы много. Вот 2 дня железно. 3, ну 4 дня где-то еды. В принципе, так много особо надо. Но с другой стороны, я уже понимаю, что в этой игре ни разу у меня не получилось закончить. Хоть не то, что закончить, а сделать круг и вернуться на то же место, где я уже был. И что, скорее всего, я это не увижу больше. Эти запасы, которые тут укладывают. Тем не менее. Топливо и фонаря. Брошу. И вот эту брошу. Все, фальшфейры нужны для волков. Все остальное жизненно необходимо. Спички, они ничего не весят. А, канистру? А, нет, я думал, может, починить можно. Гриб тоже брошу, из него ничего не предлагают. Труд, наверное, эффективнее разжигает. Соберу все это дело. Ткани навалом. Но здесь тоже занавесок много. Вот это интересный общий вес. Нет, это по 100 грамм.
Все свалил как-то под себя. Ничего, вот это надо с собой брать как-то. Кстати, оленья шкура мне не нужна, а вот кишки, наверное, я все-таки возьму. 4 часа дневного времени, блин, на всякий случай возьму кишки. Пойду хоть так одно кедровое осталось, и вот это химическое полено. Так, вон еще банка. Перегруза не избавился, но время мало, скорее всего, буду ночевать в этом же доме. А, нет, я сделал вот так вот, что-то у нас еще. Вот, фальшивер. В общем, просто осмотрюсь. Приятно познакомиться. И убить нечем. Ну, похоже, на что я здесь. Зайчик принес, гостинчик. Далеко заметил. Вороны кружили над телом. И я сейчас вспомнил, когда я уходил с маяка, шел по мосту, где на водопад я смотрел, там тоже кружили вороны. Там, наверное, с моста кто-то упал вниз. Невнимательность. 4 часа дневного времени. Питание есть, наверное, останусь я. Потому что я понимаю, что фальшивьями можно отпугнуть волка. Но если бы это я знал, куда идти. То есть, если там, допустим, ну, сколько это нужно пройти, и там будет еще дом или еще что-нибудь. А сейчас полная неизвестность. Самое главное, что у меня нет оружия вообще никакого. А можно было бы сохраниться, я попробовал с топором, то есть на волка сходить. Я бы даже разделся вот догола, чтобы одежду не повредить. Выскочил на него. Таблетки у меня есть, здесь еда есть, то есть я бы здесь отлежался потом. А так он меня съест, все, game over. Кто-нибудь был так психанул, куда-нибудь нужен бы воткнул в сердцах. Или уронил.
И здесь, кстати, идеальное место для охоты. Вышел из дома. Стрельнул. В медведя. И заскочил обратно. Чего разошлась-то? Лесное братье. Там остров какой-то, вот не знаю, на нем есть что-нибудь или нет. Шкура пускай там валяется, оленя, но все равно пока она сюда нужна. Там живность какая-то наткнулась, мне даже непонятно, то ли волк, то ли медведь. Но вот здесь явно заход есть туда наверх. Вот по льду и наверх раз. Вон там. Ого, как высоко там, в туман уходит. Пока видимость хорошая, так олень. Если будет волк, я надеюсь, они за оленем будут охотиться, не за мной. Кто-то справа еще хрустит снег. Один час дневного времени, в принципе, по дороге, но мы не очень далеко ушли.
автомобиль вижу. И крышу, крышу вижу. И с той стороны еще что-то. Много домов, так. Если и здесь не будет ножа, сгущенка, чай. Сковородка, такая же выломанная дверка. Обычный столовый. Согласен, даже на столовый я заточу. Как надо, но пырялка нужна, блин, просто очень. Полено, газета, спички, пусть так все и остается. Сейчас еще вниз посмотрю, что тут. Сказали, загадываешь все, что хочешь, кроме оружия. Если бы звери не нападали, честно говоря, я бы и не против. Так просто вот прогуляться. В теплой одежде, что называется. Помогается расслабиться и отдохнуть в покое. Хорошо, наверное, значит, то есть другими словами снимает усталость, если попить, когда устал. С едой у меня как не очень. Так, осталось менее часа дневного времени. Хочу еще в домик какой-нибудь сходить. И вон туда наверх еще какая-то дорога. Ближний поселок, целый поселок. Так, а чё я убегаю? Там далеко двухэтажный, последний двухэтажный.
Я все потом подробно смотрю, как это отберите, хочу. Найти ножик на ночь. Или уже не бегать, по-моему, в темноте. Ладно. Чем больше суеты, тем больше пропущено. Приготовлена форель. Кому-то спасибо, сок. Этот дом, кстати, без камина. Так что я напрасно себя так спешил. Быстро не оглядывайся, муж не появляется. А, горит осмотрено. Возьму потом выводу. Обычная зимняя куртка. Вдвоем, кстати, было бы интересно умирать. Кому что носить, там кто-то будет замерзать. Кто-то бегать ветки собирать, чтобы побрить. Пуховик. А, ну это такое название. Так, консервный нож. Уже теплее. Фальшвейр хорошо горел. Долго. Так, что у нас там? 10 часов ночного времени. Да нет, надо фонарь. Еды навалом. I could use this. Горючее для костра не использую, тоже дофига с собой таскаю.
Это какая локация уже по счету? Четвертая. И ножа не было. Так, здесь есть камин. Рабочие ботинки тоже отличная вещь. Толстый шерстяной свитер. Пусть пока так все стоит, не нужно ничего, но на виду не потеряется. Тихо, сейчас наемся. И спать завалюсь. Так, воду пока не буду набирать тоже. Все. Ладно, ну может следующий, завтра, может быть, повезет. Открывать там. Никаких подарочных нет вариантов. Вау, 73, блин, его же надо чинить. Как говорится, слона-то я и не заметил. Сейчас лучше. Я не особо проголодался даже. Если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте. Мы съедаем радужную форель, она не очень калорийная, но весит очень много. Томатный суп. Я бы лучше скипятил для начала. Выпью апельсинового. И вот еще есть уже такая на пределе. Сгущенка 750. Мне 750 не надо, я сыт. Так что я еще раз пью. Он, кстати, очень вот здесь хорошо сделали разработчики. Он пьет только столько, сколько ему надо. Если сильно голоден, он там сильно жажда, он там может 600 грамм выпить. Сейчас вот 100 грамм выпил. И все. День закончился. Сделали мы небольшой переход на прибрежный поселок. Осматривать будем уже утром. Ножей нету уже 5 дней. Надеюсь, здесь мы добудем что-нибудь колюще-режущее. Спать буду 10 часов, чтобы проснуться уже рассвело. Ну, все-таки день позитивный. Не... А, стоп. Я забыл главное. Не то чтобы главное, но важное. Так, горелый. Бросить.
Косички бросить сушить. Они в кармане вряд ли высохнут. Так, пуховик. Тоже жахнул. Разобрать на ткани. Я его просто брошу. Блин, на кишки бросил. На случай, если в этих домах будет нож, я попробую собрать себе второй комплект одежды. Он уже практически нарисовался. И буду выходить охотиться на волков. То есть, если будет нож, я его заточу и пойду охотиться на волков в старой одежде, чтобы они ее рвали. Потому что та, которая на мне, очень хорошая. Хочу посмотреть, что это из себя представляет охота. Вот носки, кстати. А, ну это хабэшные, они хорошие, но тоненькие. Опять у нас много антисептика. В общем, все у нас в порядке. Ложимся спать. Спасибо, кто смотрит. Надеюсь, это так же умиротворяющее, как и на меня действует путешествие по этим красотам. Всего вам хорошего. Удачи и пока.